Агьянатимирандасьягьянанджана шалакая, чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха. Всем вольно, кто лежит. Гураве Гурачандрая радикая тадалай, Кришная Кришна бхактая тадбхактая намо намаха. Ванчакалпатарубьяща крипа синдубья эвача, патитанам паванебьо вайшнавебьо намаха. Тасмай Махапрема Расапрадая, Чайтанья Чандрая Намо Намасте, Нитьянанда Намастубьям, Премананда Прадайне, Калокалмашанашая, Джаннавапатайе Намаха, Аджаналамбита Буджо Канакавадату, Санкиртанай Капитару Камалая Такшу, Вишвамбара Джо Роджуга Дарма Пала, Ванде Джагат Прия Карокару Наватару Кало. Канакаджаладагатро, Нилашонабджанетро, Мригамадаварабала, Малати Кундамала, Тараватарунавешу, Нилапитамбарешу, Смарани Британи Кунджа, Радика Кришна Чандра, Смарани Британи Кунджа, Радика Кришна Чандра, Тавай Васми, Тавай Васми, Надживами Твоявина, Ити Вигая Раде, Твамная Мамчаранантике, Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Прежде всего, мои бесчисленные дандавата пранама, лотосным стопам, Шила Гуру Дайвани, Телила Правишта Мишнупада, Стутра Сата Шишимат, Бхактивиданта Нараяна Госвами Мараджа, также всей Рупануга Гуру Варги, линии ученической преемственности от Шрилы Рупы Госвами, всем другим преданным здесь, в Раманандараевке чуть-чуть. Да, да. Вот мои дандаваты. Мы продолжаем Рай Рамананда Самват. Где Бимал? What doing? Эй, Бимал, what doing? Come here. Ай, lazy bones. Утром мы остановились на платформе Бхакти, которая знаменует Шаранагати, то есть это Свадхарма Тьяга, отказ от плодов собственной, точнее говоря, отказ от деятельности, установленной согласно канонам Дхармы. Сарвадхарман паритьяджамам экам шаранам браджа, ахам твам сарва папи бьо, мокша ишьями машу чаха, говорит Кришна Арджуне в конце Бхагавадгиты. Оставь все виды предписанной деятельности и вручи себя мне, я избавлю тебя от последствий всех твоих греховных поступков, не страшись ничего. Итак, Махапрабху, услышав это, все же сказал эхо Бахья. Вы представляете? Целое шаранагати, настоящее вручение себя Кришне. И это внешне, ничего себе. Ну, конечно, ведь дверь — это внешняя часть дома, в конце концов. Если мы входим в дом, то дверь или арка, или ворота, через которые мы проходим, это нечто внешнее. Теперь нужно открыть дверь, чтобы зайти в дом. И поэтому, чтобы постичь бхакти-расу, нужно сперва вручить себя Кришне. Рай Рамананда Самват — это наука о бхакти-расе. Поэтому, чтобы постичь бхакти-расу, нужно сперва совершить шаранагати. Еще раз мы будем повторять шаранагати завтра утром. Что же это такое, почему необходимо предаться Кришне. Но сейчас давайте вслед за Махапрабху признаем это внешним. Мы опять возвращаемся к риторическому вопросу. Айодхьянатха Прабху сегодня утром, в каком смысле это внешне, почему для нас это должно быть внешне, а может быть это не внешне для нас. Вот. Несмотря на то, что это крайне необходимо, в абсолютном смысле это является внешним. И мы сейчас рассматриваем этот абсолютный смысл. Каким образом, вручив себя Кришне, бхакта постигает бхакти-расу? Что такое бхакти-раса, мы будем говорить чуть позже. Но я просто вкратце скажу, чтобы это звучало по-русски более или менее понятно. Это исполненные глубокого вкуса, исполненные глубокого вкуса взаимоотношения с Кришной в определенной расе, в определенных видах взаимоотношений. Раса — это слово Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур перевел на английский язык словом mellow. Вообще-то, конечно, вкус — это taste, но это нейтральное наименование. Но слово mellow
означает глубокий, насыщенный вкус. По-русски можно сказать двумя-тремя словами. Глубокий, насыщенный вкус – это mellow. Вот, потому что каждая раса очень глубока, очень насыщена. И как у всякого необычного и глубокого вкуса, там есть самые разные оттенки, порой даже неизведанные, неожиданные. Так вот, Прабху сказал, «Прабхукахе эхо бахе агхекар, раякахе гьяна мишра бхакти садхесар». Следующий этап – гьяна мишра бхакти, или бхакти, связанная с эмпирической деятельностью, эмпирическим знанием. Выслушав Рамананда-рая, Господь Чайтанья Махапрабху снова отверг его утверждение и попросил, «Говори дальше, я жду от тебя другого». Тогда Рамананда сказал, «Высшее совершенство заключается в преданности с примесью эмпирического знания гьяна мишра бхакти». Мы знаем, что для преданного есть три вида знания. Вообще, многие люди занимаются накоплением знаний, да, но именно для преданного существует три вида. Помните какие? Бимал, Бхакти Расамрита Синду Бинду, помните? Хорошо, давайте запишем. Первый. Тат Падарта Гьяна. Ты помнишь? Тат Падарта Гьяна означает знание. Вот тат, тат значит то, значит Верховный Господь. Он тат сат. Тат Падарта Гьяна значит знание о Всевышнем. Первое. Это важно. Но также не менее важно и твам Падарта Гьяна, то есть знание о душе. Атма татва. Атма Гьяна. Знание о душе. Тат Падарта Падартха Падарта Гьяна и Твам Падарта Гьяна. Это два вида знания, которые нам необходимы. Но я еще назвал три. Третье. Значит, Брахма Джива Айкья Гьяна. То есть знание о единстве Брахмана и Дживы, верховной безличной субстанции и живого существа. Это то знание, которое культивирует имперсоналисты всех видов. Так как они... А? Брахма Джива Айкья. Айкья значит от слова эко, то есть единство. Айкья. Э дает Аи. Двугласный. Брахма Джива Айкья Гьяна. То есть знание о единстве Дживы и Брахмана. Так как имперсоналисты ничего не знают о качествах Бхагавана. Рупа, Гуна, Лила, им неведомы. Они говорят все едино. На самом деле они говорят это просто из-за собственного бессилия, некомпетентности в познании Бхагавана. Они говорят, в конце концов, все едино. Но на самом деле это просто свидетельствует об их невежестве. Вот я не боюсь так утверждать. Потому что если он Майавади, то Шри Чайтанья Махапрабху говорит, он Кришна Апарадхи, то есть оскорбитель Кришны. Поэтому если он утверждает, что джива тождественна верховному брахману, понимаете, брахман, то есть это безличная субстанция. Сейчас, к сожалению, у меня нет с собой этой карты духовные материальные миры, но вы можете себе представить визуально. Высшая сфера – это духовный мир, низшая сфера – это материальный мир. Такие две сферы, и между ними вот это вот сияние. Так вот это сияние называется брахманом. В Москве позавчера мы разбирали этот вопрос. Вадантитаттатвавидастаттвам яджгьянам адвоям браммети параматмети бхагаванети шабдяти. 1.2.11. Знаменитый стих, что Верховная Абсолютная Истина понимается трояко, как Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман означает безличный аспект, Параматма значит сверхдуша, Парам значит сверх, Атма значит душа, которая присутствует в сердце каждого, как свидетель. И, наконец, Бхагаван означает владыка всех совершенств, всех достоинств. Это Кришна как личность. Так вот, те, кто познали Брахман, вообще говоря, не все они майявади, далеко не все, потому что две категории в принципе существуют. Брахмавади и майявади. Да? Так вот, брахмавади, в отличие от майявади, не являются оскорбителями. Потому что они, как раз вот мы сегодня утром о них говорили, обозначается вот этим стихом 18.54 Бхагавад-гиты. Брама Бута Прасаннатма Нашочати Накангшити Сама Сарвеша Бути Шумат Бхактим Лабхате Парам. Сам Кришна говорит, что Брахмавади настоящий, который не отрицает личностного образа Господа,
и имеет возможность постичь его, постичь Кришну. Просто проблема в том, что, не то что проблема, а, как сказать, его затруднение в том, что у него нет привязанности к личностному аспекту. Он просто хочет, несмотря на то, что он не отрицает личный аспект, он хочет познать безличный аспект. Что ж, это его право, и это не дисквалифицирует его, не лишает его права также познать личностный аспект, если он того пожелает. Вопрос, как он может этого пожелать? Путем встречи с чистым преданным. Вспомните первую главу Джайвадхармы, да? Расика Крида, не Расика, Раса Крида, да, изучает сейчас Джайвадхарму, поэтому она помнит, как в первой главе Саньяси Такур, настоящий брахмавади, стал преданным в первой же главе, благодаря встрече с вайшнавом, великим вайшнавом Рагунат Дас Бабаджи Махараджем. Простите, Премдасом Бабаджи Махараджем. Вот. Поэтому это является иллюстрацией вот этого стиха. Вот. Но преданного не интересует это знание единства. Вот. Пусть даже если это брахмавади, да, который не оскорбитель, преданный выражает ему почтение, майавади он избегает, а брахмавади выражает почтение, потому что он имеет возможность стать преданным. Вот. Майавади — это оскорбитель. Он говорит, что когда брахман, верховный брахман приходит сюда, он принимает образ, чтобы быть ближе к людям. Этот образ он принимает в сатвагуне, вот что они говорят, чтобы быть ближе к нам. Поэтому мы пока в гунах, поэтому Бхагаван тоже принимает образ в гунах, чтобы мы могли с ним, понимаете, общаться. Вот это вот оскорбление очень большое. Они считают образ Господа материальным. Вот. Поэтому нас интересует только лишь два первых термина. Но если мы обретаем это знание, это означает, знание о Господе — это хорошо, самбанда гьяна, знание о взаимоотношении с Ним — это тоже очень хорошо со звездочкой до тех пор, пока мы не приближаемся к высокому уровню бхакти, рагануга бхакти, то есть бхакти, основанном на спонтанном влечении. Вот тогда айшвария гьяна становится для нас бхакти пратикул, она становится для нас нежелательный, то есть вредоносный, да, протикул означает препятствующий развитию бхакти. Вот. Поэтому мы должны будем ее избегать. Апитяктва лакшми и патиратими, то вьомана, о нем сегодня утром вспоминали. Этот стих из Мана Шикши, 4, где Рагунат Дас Госвами говорит, что если ты культивируешь раджа бхакти, для тебя является протикул, то есть вредным размышление о лакшми пати на райане. Да? Мы не размышляем о Нараяне целый день. Мы знаем, что это воплощение и так далее. Если нужно, мы упоминаем, мы там вспоминаем о том, как Кришна показал Вайкунтха-локу, например, Бриджабаси, или как Гопа-кумар отправился на Вайкунтху. Но мы не говорим с такой привязанностью, будто бы это наш Иштадев. Нет. Поэтому это уже бхакти-пратикул. Вот, потому что мы пока не рагануга-бхакти, я это себе говорю. Не рагануга, пока бхакти, однако. Есть книги типа Рага Бхакти, да, Рага Бхакти Чандрика, где Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что это бхакти пратикул. Вот. Здесь цитируется вот этот стих, о котором мы сегодня говорили. Брама бута прасаннатма нашучати накамкшати сама сарвеша бута шумат бхакти млабате парам. Человек, достигший брахмана, преисполнен счастья, он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Одинаково относясь ко всем живым существам, он обретает парабхакти, трансцендентное преданное служение мне, полное према, говорит Кришна. Именно здесь Гурудев подчеркивает слово према, бхакти, лабате, парам. Парам означает према бхакти. То есть путь према открыт для тех, кто и в брахмаваде. Вот. Здесь Гурудев цитирует массу стихов из Вед, в которых указывается на различие между дживой и брахманом. Я для общей пользы процитирую некоторые из них. Прадхана кшетра гья патир гунеша параматма, повелитель гун и всех живых существ, Швета Шватара Упанишат, Тамахур аргьям, аргьям, агрьям, пурушам махантам, мудрецы провозгласили, что нет более великого, чем он. Это Упанишады все. Ята татьятор тан вьядадхат
он обеспечивает нужды всех живых существ. Это тоже Ишупанишат. То есть очевидно одно, что мы никогда не можем либо занять его положение, либо слиться с ним, да, настолько, что не будет между нами различий. Такое невозможно. Тинедам пурнам пурушена сарвам. Благодаря Пурше Вселенная совершенна во всех отношениях. Шрита Шватара Упанишат. Нитя нитянам четана шчетананам. Это знаменитый стих, который также цитировал Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад. Он верховный среди вечных живых существ и верховный сознающий среди множества вечных сознающих, которых Адвайта уже видит во сне. Вот. Итак, мы всегда должны знать, что есть различия. Можно задать вопрос, почему Шри Чайтанья Махапрабху выбрал Мадва Сампрадая? Почему? Потому что именно Мадвачарья. Каждый раз, когда мы его видим, обращаем внимание, он держит два пальца. Он держит два пальца. Это означает жесткое различие между Дживой и Брахманом. Да? Мадвачарья ввел пять различий. Пять различий. Ишвара, Джива, Бхеда. Различие между Ишварой и Дживой. Бхеда означает различие. Ишвара, Джива, Бхеда. Второе. Ишвара, Джара, Бхеда. Джара означает материя, мертвая материя. То есть они не едины. Они полностью различны, говорит Мадхвачарья. Дальше. Джива, Джара, Бхеда. Разница между Дживой и материей. То есть это Саду Марадж, это компьютер. Они не могут слиться. Хотя даже кажется, иногда, если один на экране, да, второго, все равно они не сливаются при этом. Джива, Джива, Беда, я не могу слиться с Нанданом, Нандан не может слиться со мной. И Джара, Джара, Беда, вот это вот компьютер, а вот эта камера, они тоже не могут слиться. То есть два разных объекта не могут полностью быть отличными. Шри Чайтанья Махапрабху все же сказал «Ачинтья Бхеда Бхеда Татва», то есть непостижимое единство и отличие. Но все же он указал на вот этот вот фактор отличия, который Джайвадхарма говорит, занимает ведущее значение, фактор отличия. Еще есть один очень важный момент, те, кто записывает, пожалуйста, отметьте. С точки зрения Бхагавана, не отличие имеет ведущее значение. А с точки зрения Дживы, отличие имеет ведущее значение. Вот эта формула. То есть мы отличны от Бхагавана, и это наша, как сказать, специфическая черта с нашей точки зрения, что мы отличны от него. А с его точки зрения он также пребывает во всех Дживах, поэтому в этом смысле Дживы не отличны от него. Это с его точки зрения. Он их отец. Он их поддерживает и проявляет к ним свою милость, высшую любовь. Вот. Но с точки зрения Джива важнейшим фактором является отличие. Прабхукая эхо бахья агикахаяр раякахи гьяна шунья бхакти садьясар. Вот это переломный момент. Гьяна шунья. Если до сих пор был гьяна мишра, то есть бхакти смешанная с эмпирическим знанием. Или, скажем так, Шрила Гурудев здесь объясняет, цитируя также Шрила Бхактивинода Такура, что гьяна мишра бхакти по сути является очень вредоносным. Понимаете, что такое гьяна мишра бхакти? Это бхакти, либо смешанное с эмпирическим знанием, как мы говорим, или со знанием о единстве брахмана и дживы. Вот что очень опасно. Поэтому если человек культивирует еще этот третий вид знания, то есть единство брахмана и дживы, вот тогда это полностью вредоносно для бхакти. Это совершенно бесполезно для бхакти. Наоборот, бхакти уходит от этого знания. Поэтому Бхактивинода Такур говорит, что это нельзя назвать бхакти. Это нельзя назвать бхакти. Это очень-очень опасно. Менее опасно бхакти, смешанное с эмпирическим знанием. И еще менее опасно бхакти, связанное со знанием об Айшваре. Айшвария Мишра Бхакти. То есть, если мы хотим отправиться во Врадж, вдруг мы погружаемся в медитацию на богатство Господа, на Вайкунхе там, или в Двараке даже. Чем ближе к Враджу, тем эти богатства
более и более тонут в Мадхуре. Во Врадже они тонут в Мадхуре абсолютно. Они уже не имеют такого всеподавляющего значения. Айшвария или величие во Врадже сравнивается с соломинкой, которая то всплывает на поверхности кипящего молока, то погружается глубоко в эту субстанцию, в молоко. Вот. Поэтому Айшвария иногда всплывает во Врадже, Кришна поднимает Говардан. Сверхчеловеческое деяние, несомненно. Айшвария значит величие. Это когда Господь совершает что-то сверхчеловеческое. Но Кришна, он Нарават Лилу являет. То есть он очень схож с человеком, он похож на человека. И в этом его сладость. Мы сейчас будем говорить об этом, о различных расах мы сегодня будем говорить. Я просто так немножко уже это затрагиваю сейчас. Вот. Но если мы вдруг начинаем на пути к Враджу культивировать знание о том, что он богат, что он великолепен, что он окружен различными достояниями, которые не свойственны Враджу, вот это протекло, это плохо. Но не так плохо, как эмпирическое знание, тем более не так, как знание о единстве Брахмана и Дживы. Итак, выслушав это, Шриман Махапрабху сказал, это тоже внешнее. Если можешь сказать что-либо еще, пожалуйста, продолжай. Раманандара ответил, чистое преданное служение без малейшей примеси эмпирического знания – это вершина совершенства. Вот после этого Махапрабху сказал впервые, эхо хой, это хорошо. Первый раз он сказал, гьяна шунья, то есть свободное, бхакти свободное от эмпирического знания. Гурудев объясняет здесь, гьяна шунья бхакти, преданность свободная от гьяна. Гьяна бывает трех видов. Каких еще раз? Давайте вспомним. Тат падарта гьяна, тван падарта гьяна и Брахма Джива Айки. Вот. Поэтому бхакти, которая свободна от примеси гьяны, любой гьяны, характеризуется полным осознанием своих личных отношений со Всевышним. Вот почему Шрила Прабхупад Бхактивиданта Свами Махарадж, когда пришел, он сказал, дети, Кришна – это Верховная Божественная Личность. Вот вам Кришна Бук. Знаете, что Кришна – это Бог. А потом пришел Гурудев и сказал, я пришел, чтобы вы забыли, что Кришна – это Верховная Божественная Личность. Вот почему нам нужно сперва очень хорошо выучить это, а потом забыть. А так как ты приходишь в школу, и ты учишь разные правила, которые потом совершенно оказываются ненужными в серьезной науке, понимаете? Я помню, как наша англичанка в университете сказала «скулиш фулиш». Понимаете? Поэтому то, что мы сейчас запоминаем о Кришне, о том, что он Бхагаван, что он причина всех причин, Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами, когда-нибудь окажется нам совершенно не к месту, не нужно. Забыть это нужно будет. Понимаете? Поэтому вот Махапрабху сказал, это правильно, это истина, это хорошо. Да? Я хочу повторить эту фразу Гурудева. Бхакти, свободная от примеси гьяна, характеризуется полным осознанием своих взаимоотношений со Всевышним. Самбанда гьяна. То есть до тех пор, пока примесь гьяны есть, самбанда гьяна не может быть выражена полностью. Пишем. Важный момент. До тех пор, пока есть примесь гьяны, самбанда гьяна, знание о взаимоотношениях, не может быть полностью выражено. Очень важно. То есть раса не вступает в силу, бхакти-раса, до тех пор, пока у тебя есть гьяна. Понимаете? Неужели мальчики-пастушки знают, кто такой Кришна? Что он Бхагаван, что он причина всех причин? Нет. Нанда Баба смеялся над Уддавой. Сейчас мы будем об этом говорить. Как Уддава приехал во Вриндаван, какое послание он принес, и как Нанда Баба смеялся над ним громко-громко. Поэтому во Врадже все смеются очень громко всегда при этом. Все проснулись, ой, хорошо. Повторите весь список, пожалуйста. До тех пор, подожди, сейчас я скажу. Так громогласно, чтобы все услышали. До тех пор, пока сохраняется примесь гьяны, самбанда не может быть проявлена полностью. Вот, самбанда гьяна. Соответственно, частично будет. Да, в какой-то мере самбанда гьяна должна быть проявлена даже у Каништы Адикари, который только-только познает
кто такой гуру, кто такой Кришна, что такое майя, что такое бхакти. Гурудев сказал, невозможно стать каништой даже, пока у тебя нет какой-то самбандагьяны знания. Человек повторяет Хари Кришна, читает Бхагавадгиту, не означает, что он Гаудия Вайшнав. Пусть даже он рисует что-то тут. Я помню, как мы рисовали что-то тут когда-то. Мы все смеялись, что это похоже на размазанную сметану. Вот. Но какая-то самбандагьяна все-таки появляется. Потом мы уже стали слушать о том, что это Рада, это Кришна, вот это тут. Этот промежуток, это путь чистого бхакти, вот это листок Туласи. Мы все это начали слушать. А есть другие толкования. Вот. То есть внешние и внутренние вещи, которые культивируют вайшнав, они настолько ближе к полной самбанде с Кришной, насколько примесь гьяны исчезает. Мы немножко с другой стороны сейчас подошли к этому. Однако при этом у дживы может развиться склонность к сухому философствованию. Шушка гьяна. Вот, еще опасно. Шушка. Помни, мы сегодня утром пели песню про шушка гьяну. Мы сегодня пели песню Кали Кукура. Шушка гьяна тарана. Шри Сачинандана. Гаохе. Воспеваешь Сачинандану Гаурахари. Понимаете? Чтобы твоя гьяна не была шушкой. Сушкой. Грызешь сушки, и сам-то как шушка. Вот. Гьяна твоя только шушка. Вот. Но гьяна должна быть самбанда гьяна, то есть самоотношение с Кришной полным расы. Понимаете, по-моему, можно чуть-чуть прикрыть уже немножко. Меня он слишком убивает. Нет, книжку не нужно использовать при этом. Нет. Можно себя использовать, но не шастру. Хорошо. Вот. Итак, джива способна преодолеть все препятствия только когда ей выпадет удача общаться с чистыми преданными. Так садака освобождается от всех материальных желаний, постепенно обретает прямо бхакти. Вот это те строки, которые нужно прочесть обязательно всем любителям чтива, книгочеям, буквоедам, книжникам и фарисеям, которые не хотят саду-санги. В книгах Шрила Прабхупады, Шрила Гурудева огромная масса предложений, постоянно. Целая абзация. Саду-санга, саду-санга. Слушайте чистого преданного. Если вы будете чистого преданного слушать, у вас все встанет на места. Ваша самбанда проявится. Ваша гьяна перестанет быть шушушкой. Перестанет быть сухой, бесполезной. Иногда преданные задают вопросы очень технические. Зачем вам это надо? Зачем? Это знать в таких подробностях. Как происходит разрушение Вселенной? Как происходит? Сколько там джив на свете? Сколько там того-сего? Зачем тратить время жизни, понимаете? Да повторяй ты святое имя, раскроется тебе все это когда-нибудь, если даже сейчас не до конца понимаешь. Но знаешь в общих чертах, и слава Богу, зачем там вся эта механика сейчас нужна, понимаете? Ум пытливый — это хорошо, но нужно его направить на Шудда Бхакти, Шудда Бхаджан. Вот какой стих цитирует Рамананда Рай здесь. Это стих из молитв Брахмы. Вот мы вспоминали сегодня с Расакридой, когда беседовали, о молитвах Брахмы. И я рассказал целую историю о том, как Брахма пытался обмануть Кришну. В общем, когда произошло то, что называется Брахма Вимохана Лила, когда Брахма решил спрятать Кришну, простите, мальчиков-пастушков и телят, Кришна вошел в них всех и выполнил желание, особенно старших гопи, они могли кормить его грудью, как собственных детей, коровы могли кормить своих телят выменем на протяжении целого года, я просто в одном предложении говорю всю лилу. А Брахма был очень разочарован, когда он понял, что на самом деле оскорбил Кришну. И он стоял, то есть он возносил молитву, он вознес 40 молитв, но Кришна даже не отреагировал. Он стоял, зажав в руке смесь риса и йогурта, и даже не показывал, внял он этим молитвам или нет, услышал он их вообще или нет, будет ли Брахма прощен или нет. Индру он быстро простил. Индра не так много молился, там молитв 15, наверное. А Брахма целых 40 молитв произнес. И что? Стоит Кришна и стоит, и ничего не говорит, и даже не смотрит на него, будто ничего не происходит. Вот, поэтому вот этот стих, один из молитв Брахмы, третья молитва. «Гьяне праясам удапасья наманта эйва дживанти санмукаритам
Бхавадиявактам, станеститта шрутигатам тануван манобир, япрая саоджита джито, пьясвитай стрилокьям. Господь Брахма молится Кришне. Попытки с помощью эмпирического знания постичь объект, недоступный материальным чувствам, называются арохавадой, то есть очень трудоемким, бесполезным, восходящим процессом познания. Значит, индуктивным, восходящим. Да? Эмпирики, да? Они мучаются в своих лабораториях, пытаясь родить жизнь из пробирки. Они пытаются сосчитать звезды на небе. Они пытаются своими усилиями доказать фундаментальные законы, да, вывести фундаментальные законы мироздания, вот, но все это обречено на провал до тех пор, пока они остаются эмпириками, до тех пор, пока они не прибегают к дедуктивному методу познания, то есть нисходящему. Что дальше Брахма говорит? Это первая джива во Вселенной. Те, кто оставляет путь гьяны и поддерживает свою жизнь служением тебе, без остатка посвятив этому тело, ум и речь, слушают повествование о тебе из уст саду и своей премой покоряют тебя, непобедимого во всех трех мирах. Это стих очень классический. Существует несколько классических стихов, в которых восхваляется саду санга. Вот это один из тех, что нужно просто слушать саду. Оставь попытки умозрительных рассуждений, как говорили первые преданные, умственных спекуляций. На самом деле это умозрительное рассуждение, по-русски speculation. Умозрительное рассуждение, то есть гьяная праяса. То есть вот эти вот праяса. Помните в Упадешамрите, что такое праяса? Означает, да, ненужные усилия ради труднодостижимых целей. Понимаете? Поэтому зачем самому, допустим, лезть на этот 1008 этаж, если есть лифт? И вот этот лифт – это бхакти. Да. Зачем этот сизифов труд? Катить этот камень в гору, если он опять на бедного сизифа наваливается обратно. И вот так вот он, как из пустого в порожнее, или как белка в колесе. Знаете, классический пример работника – это белка в колесе. Вот она работает, работает, работает. Коэффициент растет, как там законы физики. Там выделяется этот, как это? Да, работа там. Это идет, в общем, РО. Буквой РО, КПД. Там растет, так далее. Все быстрее, быстрее, колесо все. Быстрее, быстрее. Уже местную электростанцию сделали в этом, как это, зоопарке, где она живет. Вот. И что, она работалась. В итоге ничего никуда не прибежала. Вот. Поэтому вот эти вот усилия, этот сизифов труд, нужно отбросить. Поэтому когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал, он просто очень-очень обрадовался. Он сказал, эхо-хой, хорошо. Вот. Здесь есть один очень важный момент. Станестита. Гурудев всегда подчеркивал. Это означает, оставайся тем, кем ты есть. Ничего не меняй в своей жизни. С точки зрения варнашрама, мы упомянули сегодня утром, когда говорили о варнашраме, мы говорили, станестита означает, останься тем же, кем ты был. Если ты женат, не разводись. Если ты не женат, не женись. Не нужно ничего модернизировать, менять. Понимаете? Иначе это прояс. Ненужные усилия ради труднодостижимых целей. Зачем? Порой, знаете, как одна из наших задач, да, важных, это вытянуть всех во врач, чтобы все поехали во врач, во Вриндаван. Вот ты тянешь, тянешь человека, тянешь, тянешь, видишь, что бесполезно. Почему? Потому что он говорит тебе совсем о другом. То есть... Ну вот, это так как я помню, однажды проповедовал за столиком еще лет 20 с лишним назад. И подошел один человек, я ему про сознание Кришны, а он такой интеллектуал, знаете, такой академического типа. Говорит, да, это все хорошо, но с точки зрения даосской философии, чуть что я ему про Кришну, он мне сразу про даосскую философию, понимаете? Я ему про Кришну, он мне про даосов. Я ему опять про Кришну. Вот. Даже там про космологию, он опять про даосов, понимаете? То есть, если ты говоришь человеку про Вриндаван, он опять говорит про свою там, эмпирику, или про свои проблемы, или про свой быт, или про то, на что у него идут эти деньги. Поэтому неблагодарный труд. Вот. Я если человек... про Фому. Я его про Фому, святого Фому. А он мне про соседа Ерёму, который не святой. Вот, то есть очень-очень по-разному мы можем быть вовлечены в ненужное. Вот.
Поэтому не нужно ничего изобретать. Велосипед изобретать не нужно. Проясой заниматься не нужно. Просто нужно, что Брахман говорит, оставить путь Гьяны и поддерживать свою жизнь служением Кришне, без остатка посвятив этому ум, тело и речь. Саньяс, иначе говоря. Понимаете все, да? Все сразу аж проснулись со страху. Вот. Саньяс, я хочу повторить. Саньяс! Все сразу проснулись. Вот. Слушают повествование о тебе из уст саду. И своей премой покоряют тебя непобедимого во всех мирах. Вы знаете, что как проходит инициация, я имею в виду настоящая бхагаватая инициация. Вот инициация, которую мы получили, это более или менее панчаратрика, понимаете? То есть, ну как, все получили панчаратрика инициацию. Одни формально, другие неформально. Одни отдали сколько-то своего сердца Гурудеву, другие, ну, вообще иногда бывает, что что-то случилось, я не пойму, что. Вот. Бывает и такое. Но те, кто действительно вручили себя Гурудеву, вот со временем, они понимают, что подлинная бхагавата инициация проходит через харикатху. Вот через слушание саду. Слушание означает действие согласно услышанному. Если ты услышал саду, ты будешь действовать согласно тому, что ты услышал. Это называется слушание. Помните эту притчу о трех куклах? Да. Ну да, это известная притча. То есть на базаре, на ярмарке, стоит кукловод и продает куклы. И рядом три идентичных совершенно куклы. Одна стоит 5 рублей, вторая 50, третья 500 или 5000. Ладно, одна 50, другая 500, третья 5000. Почему эта кукла такая дорогая? Это дешевая. А вот этой куклы, которая за полтинник, у нее сквозное отверстие между двумя ушами. А вот той куклы, которая 5000, у нее прямой путь к сердцу. А ты, если что-то шепнешь, она усвоит. Так, кажется, звучало. И второе, это то, что она повторит то, что повторит то, что ты услышал. Есть такие хомяки, знаете, они повторяют то, что ты услышал. Вот. Но есть те, кто, как там третий? Он слышит, как бы осознает это. И действует. Действует, да, и... Да, он слушает, осознает и действует. Вот какая умная кукла, действительно. Потрясающая личность, можно сказать. Вот, поэтому слушать означает действовать согласно тому, что ты услышал. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху сказал очень хорошо, очень хорошо. Есть очень много объяснений, которые мы можем рассмотреть здесь. Прабхукахе эхой агьякахая раякахе према бхакти сарва садьяса. Шриман Махапрабху сказал: о Рамананда, это можно назвать целью или садьей, но пожалуйста, добавь что-нибудь к этому. Рамананда Рай ответил: према бхакти — вершина совершенства. Према бхакти. Так вот, что же такое према бхакти? Мы знаем, бхакти разграничивается на три уровня, три этапа. Садхана бхакти, бхава бхакти, према бхакти. Мы говорим, что мадхьяма адхикари или преданный среднего вида обладает премой, но до определенной степени. Да? У всех у нас она есть в каком-то виде. Даже у того, у кого есть просто шрадха, она присутствует. Но этот шрадха – это искорка высшей духовной любви, которая проявляется уже в трансцендентном мире. А сейчас она присутствует просто в виде искры. Но, как мы знаем из классиков, из искры возгорится пламя. Поэтому мы, несомненно, достигнем чистой трансцендентной любви, когда осознаем свою сварупу, свое духовное тело. Итак, до этого момента Шри Чайтанья Махапрабху говорил это внешне, а сейчас он сказал: это хорошо. Впрочем, здесь даже говорится «возможно». Эхо-хой. Хорошо? Возможно. Здесь Рамананда Рай просто назвал бхакти свободное от эмпирического знания. Но когда здесь он называет према-бхакти, тогда Махапрабху действительно исполняется воодушевление. Он начинает вопрошать и говорить: говори еще, говори еще, говори еще. Гурудев объясняет: према бхакти — это преданность, украшенная божественной любовью.
Способность своим служением доставлять огромное счастье Кришне называется премой. Благодаря практике слушания и повторения на уровне бхакти, свободной от примеси гьяны, осквернение в сердце постепенно сменяется знанием о своих взаимоотношениях с Кришной и склонностью служить Ему. Мы это уже разбирали, но затем, смотрите дальше. Затем по милости Сварупа Шакти, то есть трансцендентной энергии Кришны. Кто такая Сварупа Шакти? Шримати Радика. Правильно. Она в двух формах присутствует. Мурта и Амурта. Мурта означает выраженная, как личность. Амурта означает невыраженная. Просто как шакти. Вот. И садака, сердце которого исполнено прямо, практикует составляющие бхакти с глубокой любовью. Вот. Это называется бхакти. Курдас приводит некоторые примеры. Помните, как Кришна однажды решил посетить своего дорогого преданного Видуру. Он пришел к нему, Видуры не было в тот момент. И поэтому Видурани, его супруга, которую Кришна застал врасплох, она посмотрела, о, дома ничего нет, нечем угостить Кришну. Но она нашла все-таки несколько побуревших уже бананов. Вот. И она так была очарована при виде Кришны, что она стала шелушить эти бананы и механически дала ему шелуху от бананов. В этот момент вошел Видур. Эй, глупая женщина, что ты делаешь? Даешь Кришне шкурку от бананов. Кришна сказал, нет, нет, мне так нравится эта шкурка от бананов. Принял даже самое простое подношение. Так преданный принимает самое простое подношение. А, простите, Кришна принимает самое простое подношение от своего преданного, правильно, а потом преданное принимает. То есть, и то, и другое правильно. Вот. Поэтому Шриман Махапрабху, мы да, в первый вечер, да, вчера мы говорили о Колавече Шридхаре. Колавече Шридар. О Шридаре, который продавал банановые продукты, да, кору, банановые цветы, да. Так вот, иногда Колавече Шридар предлагал ему какие-то овощи, которые росли у него на огороде. И они были так себе, вот, потому что он был очень бедным, не мог присматривать за огородом должным образом, но Махапрабху всегда принимал от него то, что бы он ни давал. Но даже среди преданных бывают такие любовные взаимоотношения, что один другому говорит, от тебя я должен принять. Пусть даже это не нужно, пусть даже какая-то вещь довольно странная, нетипичное, допустим, для меня, но я все равно принимаю. Я все равно принимаю то, что от тебя. Могу, если там тайком кому-то дать потом. Но факт то, что это любовь, это бхакти, и мы это принимаем. Вот если это есть, значит есть все. Значит, Кришна доволен, значит, все преданные довольны. Вот. Существуют разные градации здесь. Гурудев говорит, Лакшми вечно пребывает на груди, на Нараяны, но она считает себя брахмани, она считает себя представительницей высшего сословия, поэтому она сочла для себя зазорным стать гопи. Она не смогла расстаться с этим брахмани Абхинаном, то есть с представлением о себе, как о представительнице высшего сословия. Несмотря на то, что она очень хотела войти в Раса-лилу, страх утратить Господа Нараяну, как своего единственного супруга, не позволил ей войти во врач, поэтому она не смогла стать гопи. Вот. Дальше Рай Рамананда цитирует два стиха, точнее говоря, произносит, можем сказать, потому что, насколько мне доводилось слышать, эти стихи написал он сам. Эти стихи произнес он сам. Шрила Рупа Госвами составил когда-то антологию древних стихов, которая называется «Подъяволи». Эти два стиха как раз из «Подъяволи». Один стих, который мы прочтем сейчас, это первый стих, указывает на Вайди Бхакти, на Бхакти, основанной на правилах и предписаниях. И второй стих, который мы сейчас процитируем, это Рагануга Бхакти, то есть Бхакти, основанной на спонтанном влечении, на жадности. Первый стих. Нано пачара притапунджам артабандо премнаева бхакта хридаям сукавидрутам сят. Яват кшудасти джаттаре джараттат пипаса тават сукая бхавато нану бхакшапее. Еда и питье приносят истинное удовольствие, когда человек испытывает голод и жажду.
Подобным образом поклонение Бхагавану, другу всех страждущих, приносит истинное счастье, когда преданный исполнен премы. Не испытывая голода и жажды, человек не оценит самое изысканное блюдо. Также и Кришну не привлекут даже самое пышное подношение, если они сделаны без премы. Мы только что слушали о том, как Кришна принял подношение Видуры, точнее Видурани. Но в другой раз Кришна пригласил Дурьотхана, да, и он приготовил для него самые изысканные блюда, но Кришна на них даже не посмотрел, что и говорить, отведал, он даже на них не посмотрел. Поэтому что с того, если это выглядит красиво или это очень вкусно? На самом деле это невкусно, поскольку приготовлено без премы. Вот. Поэтому что делать? Мы совершаем вайди бхакти в данный момент. Мы обречены на это. И Шрила Гурудев говорил нам: «Я знаю, вы сейчас в очень критическом положении», — говорил он. «Почему?» «Потому что у вас нет вкуса, нет ручи, и вы вынуждены совершать усилия. Да? Вы вынуждены совершать каждодневные усилия, чтобы обрести вкус, которого нет». Не то чтобы нет, нельзя сказать нет. У вас есть ручи до какого-то уровня, но это не шуддха ручи, то есть это не чистый вкус. Шуддха ручи проявляется на уровне ручи. Так как у нас есть какой-то вкус, то этот вкус, скажем так, иногда появляется, иногда исчезает, как я все шучу-то. Иногда харибол, иногда футбол, вот, иногда искон, иногда дискон. Вот. Разные-разные бывают варианты. Вот. Но вкус иногда у нас направлен на Кришну. Поэтому мы обречены на вайди бхакти. Мы обречены действовать без глубокого вкуса, который со временем придет. Однако Гурудев всегда подчеркивал, что тот процесс, которому мы следуем, называется рагануга правритти вайди бхакти. Рагануга правритти – это означает направленный на развитие рага-ануги, направленный на развитие спонтанного влечения. В этой связи я хочу поговорить как раз о развитии вкуса. Один преданный попросил меня поговорить сегодня о вкусе. Он задал мне прямо перед лекцией вопрос: если можно, расскажите про веру, почему она уходит, что нужно делать, когда она почти на нуле. Вера, в принципе, сродни вкусу. Когда у нас есть вкус, то, конечно, у нас есть вера в этот вкус. Вот какой у нас самый любимый фрукт, например? Динай, какой твой любимый фрукт? А? Признавайся, признавайся. Не делай вид, что такое отреченное, что у тебя нет любимого фрукта. А? Банан из манго. Вот. Вот, иногда бананы, иногда манго. У него варьированный вкус. У него иногда банан, у него даже устойчивого нет. То есть иногда банан, иногда манго. Поэтому взять микшер и смешать одно и другое, тогда будет замечательная смесь. Вот. Но если этого вкуса нет, что мы делаем? Мы находимся в тоске. Мы сидим и думаем, облизываясь, банан с манго. Вот. Почему? Потому что был какой-то вкус. А потом он ушел. Почему? Потому что мы куда-то уехали. В ту страну, где нет бананов и манго. Мы уехали в дождливый Башкортостан, где бананы и манги не растут. Поэтому то, что мы здесь имеем, то, что мы здесь имеем, это только лишь, как на той смешной иллюстрации пошутили, что огурцы лежат, и написано: бананы сибирские, зеленые бананы сибирские. Вот. Все, что мы здесь имеем. Поэтому мы грызем огурцы и думаем о настоящих бананах. Вот. Поэтому это наша ситуация сейчас. Наша ситуация сейчас. И огурцы иногда дают нам уддипан о настоящих бананах, а иногда нет. Иногда дают нам намек, иногда дают нам стимул к памятованию о бананах, а иногда нет. Что же нам делать? Что же нам делать? Мы хотим во Вриндаван. Мы живем в Башкортостане. Иногда мы можем читать книги типа Вриндавана Махимамрита, Шивы Прабхудананды Сарасвати, и медитировать на Вриндаван. Но иногда, высокомерно глядя на часы, мы думаем: у нас нет времени на чтение этой литературы.
Вот, поэтому вкус не приходит. Вкус не приходит. Поэтому Гурудев сказал нам, когда нет вкуса, нужно совершать усилия. Как совершать усилия? На самом деле, совершать усилия – это очень сладко. Только для этого нужны постоянная практика. Нужна абьяса. Шрила Гурудев сказал нам, самое важное в практике – это две вещи. Как там? Утканта. Первое? Утканта. Нет, авеша и утканта. Авеша означает погруженность. Второе, утканта – это стремление. Вот это две вещи в садане. Авеша – погруженность и утканта – стремление. Чем глубже наша погруженность, тем рьянее, по-русски хорошо, тем искреннее, тем сильнее наше стремление. То есть чем ты глубже погружаешься, тем больше ты проявляешь усилия, тем, по-русски можно так, рьянее ты стремишься, да, можно сказать грамматически, вот. Тем твое стремление больше выражено, тем оно искреннее, тем оно радостнее. Понимаете что? И в баджане нас не оставляет вот это вот утканта, нас не оставляет утсаха, энтузиазм. В то же время, как говорит третий стих Упадешамриты, должна быть дхарьят, это качество терпения. То, что не сейчас, результат будет не сейчас. Как маленький мальчик, который делает домашнее задание, когда-нибудь он станет великим писателем, но сейчас он должен закончить школу для начала. Он должен писать хорошее сочинение, получать хорошие оценки, участвовать в конкурсах, выключите телефон. Вот, чтобы быть способным потом научиться очень хорошо писать. Очень хорошо писать. Вот, поэтому сперва что делать? Есть нормативы. Что делать? Нормативы. Вот, поэтому для начала нужно сжать зубы. Это первое. Да? Потому что утром мы приходим на Мангаварати. Смотрите, мы поем наше Мангаварати здесь. Довольно рано, это очень хорошо. Я специально так сделал, чтобы помочь всем почувствовать эту сладость раннего подъема. Что это такое? Сперва это шок, да. Даже мне вчера, понимаете, даже, как сказать, товарищу преподавателю, да, было немножко не по себе, потому что я потерял 2 или 3 часа времени просто. То есть я встал там 3:30, а это час 30 по Москве, да, и там 12:30 по Вильнюсу, да, потому что. Вот, поэтому немножко состояние такое, но потом, зато на Мангаварати все. Это такое блаженство. На самом деле сознание Кришны – это блаженство. Даже на уровне садана-баджана, садана-бхакти. Даже на уровне вот этих усилий, поэтому Шрила Прабхупада Бхактивиданта Свами, да? У него возле входа в храм была припасена кастрюлька с гулабджамунами. И как кто-то собрался уходить куда-то через дверь, он сразу давал ему гулабджамун. Независимо от того, куда он собирался уходить, этот вчерашний хиппи, он оставался просто. Он никуда не уходил. Потому что тут явно лучше. Расагула от Прабхупады, понимаете? Или гулабджамуна от Прабхупады, понимаете? Поэтому... Да. Поэтому как бы мы... Я хочу остановиться на этой теле. Это очень злободневная тема, потому что ближайшие несколько дней, да, мне приходилось, вот скажем, говорить на эти темы с несколькими преданными. Вот. Что... В нашей садане часто бывает, бывают периоды, когда мы на распутье. Мы думаем, делать или не делать, предпринять этот шаг, не предпринять, быть или не быть. Вот. Но нельзя делать так, когда после того, как ты принял обеты, ты обещал Шри Гуру следовать, ты начинаешь выяснять для себя, быть или не быть преданным, да? Или как в Турции, да, в которой мы проповедовали, быть или не быть вегетарианцем. После инициации люди начинают думать. Вот. Быть этому кебабу в моей жизни или не быть. Они начинают думать. Никогда. Потому что это уже абсолютно. То есть этот союз со Шри Гуру, он идет из жизни в жизнь. Ради бизнеса, ради денег мы пойдем на любые условия договора, лишь бы получить свою долю, свой куш. Понимаете что?
Ради денег любой водитель автобуса встает в глухую рань и в любую погоду идет и садится за баранку. Ради денег. Вопрос, почему не ради бхакти? Почему мы не хотим ради бхакти это сделать? Если любой захудалый, извиняюсь, водитель автобуса или машинист садится за свою баранку, за свой штурвал, ради денег, рано утром, почему не мы? Почему мы думаем, что деньги важнее бхакти? Почему ради работы мы можем встать так рано и уехать куда-то? А ради бхакти не можем? Почему? Риторический вопрос. Поэтому каждый должен научиться отвечать на этот вопрос. Почему так? А почему не может быть точно так, но только для бхакти? Почему? Потому что авеша и утканта — это две вещи, Гурудев сказал. Должна быть погруженность. Если нет погруженности, нет ничего вообще. Если нет регулярности, ничего нет. Потому что регулярность — залог успеха на пути садхана. Регулярность — залог успеха. Как может быть наша вайди бхакти рагануга праврити, если у нас нет регулярности? Если у нас нет регулярности, у нас ничего нет. Если ты нерегулярный, ты как говорят поляки, спонтаничный, спонтанный. Сегодня здесь, сегодня там. Но настоящая спонтанная бхакти, то есть рагануга бхакти, ты не можешь обрести. Давайте прочтем формулу вайди садхана бхакти из Харибол, из Бхактирасамрита, Синду. Сиварупа Госвами говорит: «Ятрава рага навактатват правриттирупа джаяте шасана наива шастрасья савайда бхактир учете». Да? Когда спонтанное, любовное, преданное служение Господу не проявилось, и преданный занимается предписанной практикой преданного служения просто из чувства долга к Шри Гуру, повинуясь указаниям Писаний, это, как сказать, подневольное служение называется вайди бхакти. Да, сейчас оно так в нашей жизни. И это не к сожалению, это к счастью. А счастье в чем? Что это вайди бхакти является рагануга праврити. То есть нацелено на обретение рагануга бхакти. Так же, как человек копает утром. Встает и копает, копает колодец. Глубоко копает. Он не перебегает с места на место. Отрыл 5 метров, и еще одно место, опять 5 метров. Извиняюсь, полметра. Копнул, нету, опять копнул, еще нету. Дело в том, что у него даже и знания-то нету толком, что там нету воды, допустим. Квалификации нету. Он даже не слушает того человека, который знает толк в колодцах. Он сам просто что-то копнет там, и гуру не слушает. Ну, я имею в виду, порытью колодцев гуру, не слушает. И сам не в силах установить, есть там вода или нет. Поэтому человек только проигрывает. Но так же и мы. Мы страдаем из-за того, что мы непостоянны. В своей практике мы просто непостоянны, нерегулярны. Мы ложимся поздно, встаем поздно, знаете, как правило. Часто к нам, да, к саньяси, обращаются преданные. Махарадж, там, то болит, все болит, знаете, как, кому еще пойдешь? Ну, конечно, к батюшке, кому еще. Вот. И мы задаем первый вопрос, какой? Во сколько ты встаешь? В 7 часов. Говорит, чем ты отличаешься от офисного работника? Работник офиса встает в эти 7 часов. Так он пьет свой кофе и бежит свою пробежку. Они же раньше встают, они в 6 встают и идут со своей собакой на пробежку. Чем ты отличаешься от них? Поэтому преданный Хари Кришна – это тот, кто встает рано, точка. Если мы начнем вставать рано, знаете, не нужно ссылаться на то, что есть работа. Работа у всех есть, окей. Другое дело, если ты поздно возвращаешься, действительно. Ну, там, конечно, это очень тогда неудачная ситуация, если ты поздно действительно возвращаешься. Вот. Желательно на такой работе, где не в дикое время возвращаешься. Ты возвращаешься, еще можешь и просад принять, и что-то почитать на ночь, и, или что-то там послушать, посмотреть, про Кришну посмотреть, я имею в виду. Вот, и лечь спокойно спать, чтобы рано встать. Поэтому это садхана. Это божественное, это рытье нашего божественного колодца. Колодца нектара. В этом колодце будет раса.
Это та самая раса, к которой мы стремимся. Это самая-самая чистая вода или это этот нектар. Этот нектар. Просто когда приходит этот вопрос, уже есть сомнение. Если бы не было сомнения, вопрос делать или нет возникает. Ну, я понимаю, то есть сомнения вообще базовые берутся из-за отсутствия саду санги, еще раз повторю, специально для Атмарама. Вопрос возникает, делать или не делать вообще, из-за отсутствия саду санги. Что ты просто сидишь где-то, непонятно где, где никого нет, никакой саду санги, ни с кем не общаешься. Вот и получаются такие вопросы, понимаете? А может быть, Кришна это только картинка? Начинает возникать вопрос. Ну вот и все. Поэтому немедленно беги к саду. Немедленно поди им в стопы. Не просто беги, как турист с фотоаппаратом. Нет. Поди в стопы, молись, молись, плачь. Можно сказать, я сижу, плачу, не помогает. Потому что ты плачешь вне саду санги. А все нужно делать в саду санги. Смеяться в саду санги, плакать в саду санги. Если у тебя близкие отношения с саду, ты можешь с ним шутить. Он может стать твоим лучшим другом. Он может стать твоим всем для тебя. Да. Лучшим другом. С лучшим другом ты всегда и шутишь, и плачешь, и все делаешь вместе. Таким же может стать и саду. Поэтому почему мы думаем, что мы можем быть одни? Да? Никогда нельзя быть одним. Если приходят такого рода вопросы, это значит критическая ситуация, это значит лампочка мигает очень ярко уже. Уже не только лампочка, но сигнал идет уже. Действительно, сделай что-нибудь. Не сиди просто на одном месте. Не жди, пока придет смерть духовная. Сделай что-то, чтобы быть в саду санги. Вот как мы сурово поговорили на тему Вайди Бхакти, но это очень важно. Так вот, здесь приводится пример человека, который не испытывает чувство голода. Значит, ты сыт материальными впечатлениями, у тебя нет голода. Значит, ты стремишься к духовному. Если у тебя хорошие самскары из прошлого, то немедленно Кришна пошлет тебе саду санги. И тогда в саду санги наступит следующий этап, который описан в следующем стихе, который рассказывает о Рагануга Бхакти. Это очень-очень важный стих. Шри Рай Рамананда тоже его написал. Из этого стиха Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж почерпнул название ИСККОН, International Society for Krishna Consciousness, Международное общество сознания Кришны. Что такое сознание Кришны, описано здесь, в этом стихе. Кто-то мне подпоет сейчас. Кришна бхакти раса бхавита мати, криятам яти кутопи лабьяте, татра лаулям апи мулям экалам, татра джанма коти сукритая на лабьяте. Молодцы, о добродетельный человек. Если тебе доведется встретить того, кто обладает Кришна бхакти расой, то есть в сердце которого живет Шудда Бхакти, чистое преданное служение, исполненное божественного вкуса, расы. Не теряя ни минуты, попроси у него это сокровище. Пожалуйста, расскажи мне Харикатху. Пожалуйста, расскажи мне про Кришну. Вот о чем попросил Махапрабху Рай Рамананда. Он сам выступает здесь в роли преданного. Он сам выступает в роли ученика, играет роль. Да. Потому что Кришна сам хочет быть Венугати и Гопи. Вот почему он просит Рай Рамананду Вишаку, чтобы он говорил. Хотя это его же катха, Попроси у него это сокровище. Он отдаст его тебе лишь за одну цену. Лаулиан. Страстное желание. За страстное желание, за жадность можно обрести это сокровище. А иначе Кришна Бхакти останется недоступной для тебя, каким бы благочестивым ты ни был. Джанма Коти, Сукритайр Налабита. Джанма Коти. Коти означает 100 миллионов. Сотни миллионов сукрити, то есть благочестивых заслуг. Строительство храмов,
распространение книг Святого Третьего Колодца. Нет, тут другое, тут связанное с Кришной даже. Строительство храмов, строительство там каких-то учреждений образовательных для Кришны, да, коровников для Кришны, различных видов деятельности, служений, без саду-санги такого рода, остается бесполезным для обретения бхакти, возвышенного бхакти. Просто останется бесполезным. Поэтому единственная цена – это лавлиам, означает жадность. Так вот, эта жадность – это основополагающий принцип рагануга бхакти. Основополагающий принцип. Если у нас есть жадность, значит, путь к рагануга бхакти открыт. Потом Гурудев говорил, человек может быть уродливым, как Квазимода. Но если он увидел принцессу Диану, да, Царствие Небесное, он задастся целью «хочу ее получить в жены». Или это собака, Гурудев говорит, которая стоит возле магазина, где торгует сладостями. Собака, которая стоит у магазина, который торгует росогулами и гулабджамунами. Она стоит и, высунув язык, слюнки текут, она просит. Просит, Господи, просит этого вкуса, сладкого вкуса. Она как-то хорошее, высокое русское слово, взалкала, да? Алчущий пес. Вот он просит, пожалуйста, дайте мне эту сладость. Пожалуйста, дайте. За любую цену я могу обрести это. Я что угодно для вас сделаю. Я буду вам охранять ваш двор. Я буду, не знаю, защищать от всех врагов. Вот. Но... Чё, кто-то уходит? Почему? Я вынуждена. Точно? А может нет? Дежурство. Ладно, хорошо. В Уфе. Ладно, Хари Кришна. Вот. Все куда-то убегают. Так вот, жадность – это самое-самое главное, что у нас есть. Даже сейчас. Татра лаулем апимулем экалам. Джан макоти сукритар налабьете. И миллионы жизней, благочестивых заслуг не помогут нам в этом. Шрила Гурудев цитирует знаменитый стих из учения Господа Капилы. Сатам прасангам мамавирья самбиду. Баванки хридратна карнарасайна кутва. Тач джоша надашва паварга ватмани. Шрадара тир бхактира нукрамишчати. Обсуждение моих героических деяний в кругу чистых преданных, говорит Господь Капила, приносит наслаждение слуху и сердцу. Знания, почерпнутые из таких обсуждений, позволяют быстро избавиться от невежества и постепенно обрести шрадху на уровне садхана-бхакти, рати и в конечном итоге према-бхакти. То есть саду-санга – источник трех видов бхакти. Как садана, так бхава, так и према. Все происходит из саду-санги, поэтому настоящая инициация в смысле бхагавата происходит во время хари-катхи. Так самбанда-гьяна углубляется, так у преданного выявляется его взаимоотношение с Бхагаваном. Вот. Что же? Прослушав это, Господь Чайтанья очень был воодушевлен. И он просит, пожалуйста, говори еще. Прабхукахе, эхахой, агикахая, раякахи, дасья према, сарва садья сар. Дальше Рай Рамананда начинает перечислять бхакти, которая проявляется в различных расах. Это уникальная черта учения Шри Чайтанья Махапрабху, учение о расе. Потому что в мировых религиях у нас... То есть у них нет практически представления о различных расах, взаимоотношениях с Господом. Кто он такой? Не совсем понятно. В каких отношениях можно с ним быть? Тоже непонятно. Вот. Но учение о бхакти-расе говорит нам во всей полноте о том, кто он такой и какие можно с ними развить взаимоотношения. 5 основных рас – мукья и 7 дополнительных рас – гауна. Гурудева спрашивали во Врадже, во Вриндаване, сколько раз проявлено? Он говорит, все 12. На Вайкунтхе, на планете Господа Нараяны,
сколько? Практически две, да? Шанта и Дасия, вот и все. Вот. Господа Рамачандры чуть-чуть больше, там, проявлены. 2,5 в основном. Но даже есть какая-то тень Мадхури, есть все это. Вот. Дальше планета, где Кришна, Дварака, я имею в виду, различные сферы, где он пребывает, Мадхури, я имею в виду, Дварака и так далее. Итак, Дасия Бхава. Первое, о чем говорит здесь Рай Рамананда, Шриман Махапрабху сказал, это хорошо, но продолжай говорить дальше. Рамананда Рай ответил, любовь в настроении слуги, Дасия Према, взаимоотношения слуги и господина, это вершина совершенства. Дасия Бхава распространена повсюду, во всех практически обителях Господа. Она присутствует. Вот. И она присутствует в различных вкусах. На планетах Вайкунтхи, у Господа Нараяны, Дасия присутствует как основополагающий принцип. Здесь Рай Рамананда цитирует два стиха. Яннама шрути матрена пуман бхавати нирмала тасья тирта пада кимба дасанам авайшишьяте. Дурваса, лучший из Риши, сказал Амбариша Махараджа, если джива способна очиститься, слушая благословенные имена Бхагавана, то о чем остается мечтать тем, кто служит его лотосным стопам, обители святых мест? Тот, кто действительно служит Бхагавану, он в совершенстве. Если он служит на Вайкунтхе, это совершенство его стаи бхавы, то есть его постоянного экстаза. Бхавантам эванучарам нирантара прашанта нишеса Маноратнатара кадахам айкантика нитьякинкара прахаршая шьями санатха дживитам. Ямуначарья говорит, о Господь, когда я стану Твоим вечным слугой, который не испытывает иных желаний, помимо желания служить Тебе, и постоянно радуется тому, что имеет столь славного Господина. Итак, любовь в настроении слуги не выражает все особенности према бхакти, говорит Гурудев. Но элементы служения присутствуют во всех обителях. Лучшим из слуг является Хануман, конечно же. Господь Рамачандра, слуга Господа Рамачандры. Перед тем, как начать говорить об этом, я хочу вспомнить повествование Шри Чайтанья Махапрабху для Рупы Госвами, для Санатана Госвами. Он говорит о градации рас. Итак, шанта-раса – это первая раса. Шанта означает нейтральные взаимоотношения. В нейтральных взаимоотношениях присутствует лишь одно качество. Какое? Ништха. Означает вера. Это мой Господь. Все. Но нет никаких особенностей. Мама. Да, никаких особенностей служения. Нету маматы, нету чувства обладания. А в Дасе мамата уже есть. Подобно тому, как пять материальных элементов во время проявления материального мира проявляются один за другим, и в каждом последующем присутствует также качество предыдущего, также и в каждой последующей расе присутствует качество предыдущих. Поэтому если в шанта-расе только одно качество – это ништха, то есть вера, то в дасе-расе уже два качества – ништха и мамата. Мамата означает чувство обладания. То есть дасия – это уже очень много. Служение – это уже очень много. Не просто нейтральное взаимоотношение, как у великих мудрецов, допустим. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что даже у многих риши и йоги существует вот эта вот шанта, более или менее, раз. Они знают, что он атмарам, аптакам, они знают, что он удовлетворен сам себе, что все его желания исполнены. Да. И они на самом деле не могут служить. Они не знают как. Вот. Они просто признают его и находятся с ним в нейтральных взаимоотношениях. Но слуга? Нет уж, позвольте. Хануман? Какая у него мама-то к Господу Рамачандре? Да? Так вот, самым тонким элементом является эфир. Акаш. И у эфира, когда проявляется материальный мир, есть одно качество – качество звука. Поэтому это самый тонкий элемент звука.
Поэтому вначале было слово, говорится. И звук, трансцендентный звук, поэтому может проникнуть сюда и может быть воспринят ушами тех, кто обладает верой. Так происходит процесс трансцендентного, принятия трансцендентного звука. Так вот, это первый этап шанта, значит, звук. И затем следующий элемент – это воздух. У воздуха есть уже качество осязания. Вот мы проводим рукой, мы видим, что воздух можно почувствовать, ветер, ветерок появляется. Вот, поэтому два качества в воздухе есть. Также звук в воздухе мы слышим, и есть уже чувство осязания. Два качества. Таким же образом, в дасе присутствуют два качества – ништха и мамата. То есть вера и чувство своего, чувство обладания. Мы заговорили о Хануманне, поэтому нужно прославить его. Шри Хануман ки джай. Как только Хануман услышит имени Господа Рамачандры, он уже там. Даже если не услышит, как только он подумает о нем, он уже возле его лотосного стопа. Если кто-то даже ему дает какой-то намек о том, что Бхагаван Рамачандра нуждается в помощи, Хануман просто уже там, потому что он просто там, где Господь Рамачандра. Ты помнишь эту историю о Гаруде? Да? Можешь рассказать? Угу. Хорошо, Винай. Гаруда и Хануман. Дайте ему микрофон. Пранаму скажи сперва. Омагьяна Тимирандасья, Иранджана Шалакая, Чакшуру Милитамина, Тасма Шидра Вимана. Ближе к этому. Однажды Гаруда появился возле Хануманна и предложил ему. Ближе еще. Он сказал, что Господь Вишну хочет тебя увидеть. Он сказал, ну, не могу что-то, я устал, не в состоянии, что-то прям вот мне не можется никак. Тот его долгое время уговаривал, и тогда Гаруда пошел на хитрость, он сказал, что твой Господь Рамачандра хочет тебя увидеть. И в это время они отправились. И пока Гаруда был на пути, оказалось, что Хануман уже успел сходить, слетать к Господу Рамачандре, вернуться обратно. И при этом Гаруда даже удивился, как же так. Да. Ну, то есть это хитрость была. Да, Шри Хануман ки джай. Еще одна история, когда... Так. Когда как-то раз Рама, Лакшман и все остальные были во дворце, все распределили служение для Рамачандры. И все это было, да, все это было как бы без участия Ханумана по какой-то причине. Ну, думали, что он должен отдохнуть, и так он служит все время. В общем, не дали ему никакого служения. Когда он спросил, а я? Как я буду служить? Они сказали. Они сказали, Хануман, ну, ты отдохни, в общем. Нет, как я могу отдохнуть? Я должен получить какое-то служение Рамачандры. Хорошо, мы тебе дадим служение. Как только Рамачандра будет зевать, ты должен будешь щелкать пальцами. Знаете, когда кто-то, сейчас все очень натурально будет зевать, я знаю, когда кто-то начинает зевать, пальцами пощелкать, чтобы барбашка не залетела туда. Вот, поэтому Хануман всегда щелкает, он сказал, ему дали задание, ты будешь щелкать пальцами, когда Рамачандра будет зевать. Вот. И вдруг Господь Рамачандра, на удивление, всем начинает зевать. Целый день Господь зевает. Почему зевает, никто не может понять. Потом проверили, Хануман стоит возле двери. Все время щелкает. Эй, Хануман, чего ты щелкаешь без надобности? Видишь, нас Господь не зевает.
я же не знаю, когда он будет зевать. Я здесь стою возле двери, и я на всякий случай щелкаю, он же может зевнуть в любой момент. Так вам постоянно служит Рамачандры. В другой раз Сита Такурани, Сита Деви, наносила свой пробор синдуром, красным порошком. И Хануман спросил: «О, Сите, зачем тебе нужен этот пробор? Зачем тебе эта красная краска?» «О, это мне нужно для того, чтобы Рама всегда был счастливым, и всегда у него все было самое благоприятное в жизни, чтобы он всегда выходил победителем и так далее. Это хранит его». Хануман немедленно увидел источник этого порошка, откуда Сита взяла порошок. Он взял и окунулся туда, окунулся в этот красный порошок и, довольный, немедленно отправился на собрание Рагу, рода Рагу, вот там, где все сидели, все почтенные личности сидели, все стали смеяться. Обезьяна, ну, вот обезьяна, зачем ты искупался в этой красной краске? Хануман сказал: «Я хочу, чтобы мой господин Рамачандра всегда был счастлив и всегда долго жил». Вот поэтому он так служит. Вот. Именно Хануман вызволил Ситу, да, то есть он первым нашел Ситу, во-первых, он первым нашел Ситу, прилетел к ней и так далее, и так далее. Он убил также брата Раваны и так далее. Очень много он сделал. Это Хануман. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху услышал об этом, и он сказал: «Эхо, хой, это хорошо». Вот. Еще хочу сказать, преданный в Дасе Расе называется Кинкара. Кинкара означает слуга. Кинкара, слово происходит кинкаро. Что я могу сделать? Что я могу сделать из этого вопроса, из этого словосочетания? Поэтому это мышление слуги. Как я могу сделать? Что касается нас, садаков, в линии Шри Чайтанья Махапрабху, сперва мы культивируем дасья бхаву, настроение служения по отношению к вайшнавам, настроение служения по отношению к нашему гурудеву. Мы должны стать кинкарами сперва. Что нам сделать? Независимо ни от чего. Мы не думаем, устали мы, голодны или что. Прежде всего должны быть довольны гуру и вайшнавы. Я помню, как Шрила Гурудев в 99-м году на Картике, когда только-только присоединялся к движению Гурудева, была напечатана биография Парам Гурудева на английском впервые. И Гурудев давал подарочные копии, экземпляры всем преданным, которые были заняты в работе над книгой. И он сказал: «Я знаю, что все вы приложили столько усилий, чтобы эта книга вышла. Я знаю, что многие из вас не спали ночами, чтобы эта книга появилась. Поэтому я выражаю вам тем самым свою глубокую благодарность». Вот такое преданное служение в настроении слуги, в настроении даса – это идеально. Шри Кришна Чайтанья Прабху, даси рану дас, сева адикара, народ там дас. Прежде всего мы должны стать слугами Господа Нитьянанды. Затем он раскроет нам Господа Чайтанью, затем Господь Чайтанья нам раскроет Раду и Кришну. Прабхукахи экахо и кичу агьяр, раякахи сакья према, сарва садьяса. Шриман Махапрабху сказал: «Дасья према совершенно, и все сказанное тобой истинно, но прошу тебя, продолжай». Рамананда Рай ответил: «Сакья према, то есть према бхакти, исполненное чувство дружбы, это вершина совершенства». Вот. В сакья расе, в взаимоотношении дружбы с Кришной, присутствует одна черта, одна неповторимая черта, которая называется вишрамба, то есть очень близкие отношения, в которых отсутствует благоговение и почтение, и в которых отсутствует чувство чувство равенства, в которых присутствует чувство равенства. Это вот чувство равенства – это черта сакья расы. Подобно тому, как в следующем материальном элементе, проявляемом в процессе творения, в огне присутствуют элементы эфира и воздуха, а именно там присутствуют так же, как и в
эфире звук, и так же, как в воздухе присутствует чувство прикосновения, в огне уже присутствует форма. Огонь, мы можем видеть его форму. Форму эфира не видим, форму воздуха не видим, а форму огня видим. Также в сакья-расе присутствует вот это вот качество близости, качество отсутствия разграничения, имеется в виду верховенства, чувство верховенства, чувство равенства, вот, чувство равенства. Вот это вот качество сакья-бхавы. Поэтому, когда мальчики-пастушки играют с Кришной, они ближе к полудню присаживаются на лужайке, чтобы поделиться, чтобы открыть свою кошелку. Каждый мальчик-пастушок открывает свою кошелку и достает те вкусные вещи, которые приготовили мамы с собой. Каждый мальчик достает приготовленные мамами, да, пакоры, самосы, рабри, разные-разные вкусные вещи. И кто-то из них откусывает: «Кришна, как вкусно! Попробуй! Верховному Господу! Дайте попробовать. Верховному Господу Саваофу, вы же понимаете, дайте попробовать что-то от себя. Это же просто неимоверно. Для Шанта Бхакты и Дасья Бхакты это просто неимоверно. Это невероятно. Как можно дать ему что-то попробовать?» Таким образом, вот это вот качество равенства очень специфично. Как-то раз Кришна боролся со Шридамом. Кришна, во-первых, спорил со Шридамом очень много. Шридам — это брат Шримати Радыки. Старший брат Шримати Радыки. Кришна — сын Враджендры, Враджендра Нандана. Враджендра — это царь Враджа. Наверное, его во сне уже видит Адвайта. Адвайта. Вот. Кто такой Враджендра? А? Это Нанда, отец Кришны. Враджендра. Так вот, Враджендра, Нанда, у него 900 тысяч коров. 900 тысяч коров. И у Вришабана Махараджа, отца Шримати Радыки, 1 100 000. Поэтому Шридам всегда гордится тем, что у него коров, у его отца коров больше. Моего отца гораздо больше коров, чем у тебя. Вот. Поэтому я всегда за ним последнее слово. То есть он победитель. Он победитель. Вот. И даже если Кришна кладет Шридама на лопатки, Шридам не сдается по этому поводу. Я богаче тебя, ты не можешь меня победить. Вот. А в другой раз Шридам положил Кришну на лопатки. По-моему, это был Шридам. Положил Кришну на лопатки, но Кришна сказал: «Шридам, я не сдамся тебе». Почему? Потому что мой нос смотрит вверх, а твой нос смотрит вниз. Поэтому я победил. Но однажды Кришна и... Кришна и Баларама, по-моему. Кришна боролся с Баларамой. И они тоже стали спорить, кто победил. Ты победил, то есть я победил, тот говорит, тоже я победил. Неподалеку сидел Дурваса Риши. Это мудрец, у которого воззрение совершенно другое. Он как гьяни. Он гьяни, понимаете? Его воззрение — это шанта. Он видит — это Верховный Господь. Поэтому, когда он видел, он медитировал на эти игры Кришны, он мог войти в них. Но он увидел, как Кришна играет со своими мальчиками-пастушками. Он был в оцепенении от охватившего его крайнего изумления. Поэтому он не мог понять, кто победил. Он вообще не мог понять, ну что, кто победил, Бог с ним. Он не мог понять, что происходит. Что здесь происходит? Почему Верховный Господь входит в такие резвые, в эти сладостные игры? Да? Он не мог понять, почему такое происходит. Поэтому он стоял просто не в силах вымолвить ни слова. Он сидел вот так, как вкопанный. А Кришна и Баларама тем временем не в силах понять, рассудить друг друга, кто победил, кто не победил. Вот Баба сидит. Давай спросим Бабу, кто победил. Баба. Слушай, Баба, бороды нет сегодня. В общем, они стали дергать его за бороду. Эй, Баба, Баба! Баба сидит.
в трансе, не реагирует. Не может выйти из своей бхавы. Вот. Ну, баба, баба, рассуди нас. Ну, кто победил? Он или я? Он или я? Эй, баба, баба. Это ложный баба. Махнули рукой Кришна и Баларама. Можете себе представить, в каком состоянии был Дурвасу. Ну, просто в крайнейшем изумлении. В крайнейшем. Он не мог понять, что происходит. Абсолютно. Вот. Так что, вот вам разница Шанта и Сакья. И в другой раз Кришна проиграл в игре. Если какой-то мальчик проиграл, то он должен был нести на себя других, как лошадка. И поэтому Чирят Кришна пришел прокатить других, других мальчиков-пастушков. Поэтому, когда он не согласился с тем, что он проиграл, он отказался катать других мальчиков. Он говорил, не буду вас катать. Потому что еще нужно доказать, что я проиграл. Кто скажет, что я проиграл? Нет, ты проиграл, ты должен нас катать. Не буду я вас катать. Почему? Потому что не проиграл. Да, как не проиграл? Мы все видели, что ты проиграл. Нет, я не проиграл. Катай нас. Нет, не буду. Тогда мы не будем с тобой водиться. Мы не будем с тобой водиться. Все. Не возьмем тебя в игру. И бедный Кришна отошел к кустам, к кунже и стал плакать. Плакать, как обычный мальчик. Он стал плакать. Мои друзья не принимают меня в игру. И он подошел в конце концов к ним и стал просить. Пожалуйста, примите. Ну ладно, ладно, хорошо. Ты признал, что ты виноват, что ты проиграл? Ладно, признал. Хорошо. Будешь нас катать? Буду. Хорошо. Ладно. Так, они пожалели Кришну. Представляете? Какое чувство равенства? Какое чувство равенства? Но дальше идет ватсалья бхава. Дальше идет бхава родительских взаимоотношений. Впрочем, перед этим есть очень хороший стих один. Иттам сатам брамасукана буття, дасьям гатанам парадайватена, майя шританам нарадаракена, сакам виджагру крита пунья пунджа. Шукадев Госвами сказал Махараджа Парикшиту, Бхагаван Кришна, который для гьяни проявляется как сердце, сияние брахмана, для преданных даси раси, как почитаемый Верховный Господь, а для джив очарованных иллюзий, как обычный мальчик, играет в сахи-расе с удачливыми мальчиками-пустышками в раджа, что является плодом их безмерного благочестия. Поэтому здесь упомянуты многие-многие виды трансценденталистов, гьяни, которые тоже поклоняются Бхагавану, но с помощью гьяны все-таки. Ну а дальше дасья-бхакты. Они испытывают глубокое почтение, считают объектом своего поклонения. И люди, которые погружены в майю, они считают Кришну обычным мальчиком, они не поклоняются ему, никогда не испытывают никакой любви. И крита пунья пунджа – это те, кто накопил огромный запас благочестия. Они обладают сакья расой. Вот это вот очень-очень удачливые личности. Вот. Здесь есть очень многие вещи, которые мы, к сожалению, должны сейчас пропустить. Вот. Итак, выше по положению стоит ватсалья према. Прабхукаре эхо уттам аге кахаяр раякаре ватсалья према сарва Садьяса Махапрабху сказал, о Рамананда, это очень возвышенно, но, пожалуйста, говори дальше. Видите, он уже не говорит, охой, это хорошо или это возможно. Нет, он говорит, эхо уттам. Это очень возвышенно. Пожалуйста, говори дальше. Тогда Рамананда Рай сказал, ватсалья према, родительская любовь к Кришне, это вершина совершенства. Почему также здесь говорится уттам? Потому что уттам также значит высший, правильно? Потому что каждая раса, она совершенна сама в себе. Если преданный утвержден в дасе расе, например, если он утвержден в ацале расе, то он не будет испытывать особого влечения к мадхуре расе, к расе любовных взаимоотношений.
Поэтому тот же Хануман, который утвержден в Даси, он не смотрит на Кришну вообще. Ему интересен только Рамачандра. Поэтому в этом смысле является ли Бхава Ханумана, допустим, ниже, да? Нет, с одной стороны. Почему? Потому что это его совершенство, уттам. Это совершенство его сева, его служения. Совершенство его служения. Но с другой стороны, с нейтральной стороны, с точки зрения анализа всех рас, конечно же, бхава, допустим, мама Яшоды, да, или мальчиков-пастушков, друзей Кришны, гораздо выше, чем настроение Ханумана, разумеется. Потому что Кришна — это источник всех воплощений. Вот. И Рамачандра — это его аватара, мы это знаем. По многим другим причинам, с точки зрения расы, мы можем судить. Вот. Кришна всегда радостная, рама. Да, очень-очень много всего, очень-очень много. Так вот, помните Дамодара Лилу, когда мама Яшода привязала Кришну к ступе? Мама Яшода привязала Кришну к ступе, потому что в тот день он очень шалил. Не уснешь так? Что, ты больная, нет? А, я понял, хорошо. Да. А, если, то есть мама Яшода привязала Кришну к ступе, потому что в тот день Кришна был особо шаловливым. Он мало того, что разбил горшки с йогуртом и маслом, то есть он разбил горшок с йогуртом и кормил маслом, да, ворон и обезьян, вот, он наследил на полу и так далее. Он очень капризничал. Мама Яшода решила его наказать, она погналась за ним. Она довольно грузная, поэтому она растрепалась. И когда Кришна выбежал во двор, она побежала вслед за ним, несмотря на то, что она была даже не украшена, никакая порядочная женщина не побежит за своим малышом, растрепанной и неукрашенной, на улицу. Но она выбежала за ним и, настигнув его, пыталась связать. Очень долгое время это не удавалось, потому что веревки, несмотря на то, что она собрала все веревки из дома, не хватало на размер двух пальцев. Один из пальцев — это наши усилия, другой палец — это милость Бхагавана. В конце концов она связала его. И развязать этот узел не удалось мальчикам-пастушкам, потому что веревка, узел, завязанный в отцали расе, конечно же, невозможно развязать для мальчиков-пастушков, которые в саки расе. Поэтому веревку смог развязать только кто? Нанда Баба. Только папа Кришны мог развязать. Это потрясающе. У Верховного Господа есть мама и папа. Не только у Кришны, у Рамачандры тоже есть Каушалья, есть Махарадж Дашаратха и Кришна сын Нанда Яшоды. У Яшоды есть еще одно имя Деваки. Вот, потому что они с Деваки очень дружили тоже. Подобно тому, как в элементе воды, следующем, более продвинутом элементе после элемента огня, есть еще одно неповторимое качество, а именно вкус. Таким же образом в ацале расе присутствует одно особое качество, называемое палана, поддержание. У Нанды и Яшоды есть очень глубокая уверенность в том, что если не будут поддерживать Кришну, то Кришна просто погибнет. Кришна просто будет беспомощен, он не сможет вырасти добропорядочным человеком, как они его думают, о нем думают, как о человеке, добропорядочным членом династии. Поэтому они воспитывают его, они наказывают его. Мама Яшода очень строго его наказывает. Заносит над ним палочку, да, хочет его побить, связывает его, помещает его, привязывает его к ступе. Так Кришна становится Дамодара, Кришна Яшода Дамодара. Так вот, есть
в цели раз есть это павана, и соответственным образом, соответственно, все качества предыдущих рас тоже присутствуют в цели. Там есть ништха от шанты, там есть мамата от даси, там есть чувство равенства от саки. Так же, как в элементе воды присутствуют все предыдущие качества. И звук, и чувство осязания, и форма. Также есть еще и вкус. Да, все постепенно поднимается. Поднимается здесь. Рамананда цитирует еще один стих. Нанда кимакарот брахман шрея эвам маходаям ешодава махабхага папо ясья станам харихи. О, сведущий брахман, спросил Махарадж Парикшит Шукадева Госвами, за какие благодеяния Нанда Махарадж получил в сыновья Кришну, верховную личность Бога? Какие праведные поступки совершала мама Ешода, что сам верховный Господь стал называть ее мамой и сосать ее грудь? Шукадев Госвами сказал Парикшиту, не мам виринчана бхавау на шрир апьянга самшрая, прасадам лебире гопи, яттат прапа вимуктидат. О, святой царь, милость, которую Яшода Гопи получила от Кришны, дарующего освобождение, неведома даже Брахме, Шиве и Лакшми, которая всегда находится на груди у Господа Вишну. Мы слышали о том, что Дрона и Дхара, которые являются частичными экспансиями Нанды и Яшоды, совершая аскезы, молились Господу Брахме, чтобы обрести Кришну своим сыном. Гурудев спрашивает, почему так произошло? Если Нанда и Яшода ведь вечные родители Кришны, правда? Почему Дроне и Дхаре нужно было молиться Брахме, прося его о том, чтобы он сделал их родителями Кришны? Вот это их лила, это лила. То есть благодаря этим молитвам Дрона и Дхара вошли, как экспансия, они вошли в тела Нанды и Яшоды. Они слились с ними. Так же, как вы помните, Васудева Кришна слился с Нанданом Кришной в Гокуле. Вот. Так что Ачарьи отмечают, говоря о сукрите духовных заслугах Нанды и Яшоды, что оба они были вечно совершенными. Подвиги аскетизма совершали не они, а Дрона и Дхара, которые были их частичными проявлениями. Так, что еще у нас? Один стих относится к... Ага, когда Уддава приехал во Вриндаван, он принес послание от Кришны, которое передал Гопи. Но перед тем, как встретиться с Гопи, Уддава поговорил с Нандой. И Нанда, он слушал то повествование, которое говорил Уддава. Он говорил ему все с позиции гьяны, с позиции знания о том, что Кришна — Верховный Господь, Абсолютный Владыка. И поэтому Уддава сказал, о, Нанда, твой сын сам Бхагаван, Верховный Господь. На это Нанда с удивлением ответил, Уддава, я считал тебя очень разумным, но, как видно, я ошибся. Ты не знаешь признаков Бхагавана. Что, ты думаешь, Бхагаван испытывает голод? Кришна ползает и ворует это масло, бьет эти горшки с йогуртом, потому что он голодный. А что, Бхагаван, ты думаешь, он ползает и ворует горшки, йогурт и масло? Наш мальчик не пропустил ни одного дома во Враджа, чтобы чего бы то ни украсть, но Уддава. Если бы и был один истинный отец в этом мире, так это Дашарат. Когда Рама ушел в лес, тот не смог прожить ни секунды жизни, тут же покинул его. Но я не могу последовать ему примеру, потому что Кришна уезжает. Наш Каная Кришна сказал, я скоро вернусь. Поэтому это держит меня в живых. Яшода. Они лили слезы. Слезы катились с холма Нандишвара, с холма, на котором стоит холм, дворец Нанды Бабы в Нандагаване. Слезы лились, смешались с этой грязью. То есть смешались с пылью и стали грязью. Поэтому великий пандит Уддава был озадачен. Он не смог постичь эту родительскую любовь Нанды и Яшоды. Вот. Итак, пятая высшая раса Канта Према. Это осталось нам на завтра. Сочетание Махапрабху сказал, Прабхукая Эхаутам Агикахар
Раякаги Канта Бхава Према Садья Сават Махапрабху сказал, Вацалья Према очень возвышена, но, пожалуйста, продолжай дальше. Тогда Рамананда ответил, Канта Према, любовь возлюбленных, это вершина совершенства. Шри Рай Рамананда Самват Ки Джай, Шри Нанда Яшода Ки Джай, Шри Кришна Канайя Ки Джай, Шри Дам Судам Бхайя Ки Джай, Шри Хануман Ки Джай, Шри Шукадев Госвами Пада Ки Джай, Шри Рай Рамананда Прабху Ки Джай, Парамарадитам Гуру Тапар Падма Ки Джай, Итай Гор Примананди Ки Хари Кришна. Большое спасибо за ваше неослабимое внимание. Даже несмотря на то, что тела требуют чего-то, вот, вы так внимательно слушаете. Это очень-очень важно. И я, на удивление, могу даже говорить 2 раза по 2 часа в день. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. В то же время из электронной аудитории вы можете задавать вопросы по чатам. Да, Винай Прабху. Сегодня вы, согласно этой беседе, упомянули о том, что Вацалья раса превосходит по силе Дасья расу. Дасья. И ты имел в виду Саки. Совершенно верно. Саки. Поэтому, в частности, в Мадара Лели у мальчиков не получилось развязать узел. А старшие гопи, они относятся к Вацалья расе? Конечно. Тогда как получается мальчикам, которые участвуют в играх с Кришной, провести или обмануть старшую гопи? Как им удается провести старшую гопи, обмануть? Ну, это же часть лила. Мы сейчас немножко смешиваем татву вичар и раса вичар в этом отношении. Потому что в лиле все динамично, там не статично. Понимаете? То есть, допустим, это далеко не единственный случай, когда преданные, которые с точки зрения нейтральной, находятся в более низшей расе, выходят, допустим, победителем в какой-то ситуации. Допустим, в Кришналиле, да? Вот эти же мальчики, они обманули старшей гопи. Это означает, что их бхава к Кришне выше, чем их, выше, чем гопи. Вот поэтому совершенно верно, они не смогли развязать эту веревку, потому что их любовь не настолько сильна. Они, допустим, увернулись от гопи в какой-то ситуации, но в глобальном смысле любовь к гопи, она гораздо богаче и проникнутая гораздо более глубоким чувством, качественно другим, чем их любовь к Кришне. Они играют с Кришной, забавляются, бегают с ним, относятся к ним на равных, но у них нет того, чего есть у гопи, а именно талан, чувство поддержания. Но то, что им удается их провести в каких-то ситуациях, это свидетельствует просто о воле на то Кришны, которая выражается в приготовлениях, которые делает йога майя каждый раз. Поэтому если с точки зрения татвы какая-то раса является более высокой, то даже несмотря на это, преданные, находящиеся в нижней, более низкой расе, допустим, менее развитой расе, чем в данном случае Сакья, менее продвинутой, чем Вацалья, все равно по воле Кришны, то есть согласно приготовлениям йога майя, все происходит именно таким образом. Okay. Рибал, еще вопросы? Кто-то, что-то хочет задать сейчас по чатам, подожди, я посмотрю, вы пока думайте. Ничего нету. Хорошо. Тогда мы встретимся завтра утром. Шри Рамананда Самват Ки Джай. Нитай Гор Фримананде.